Привет! Пришло время нашего третьего урока, в котором речь пойдет про форму. Про форму танцевального направления, именно танцевального направления брейкинг. И про то, как в рамках брейкинга можно развивать свои формы, которые будут отличаться от всех остальных. Ну и прежде, чем мы перейдем к созданию собственных аутентичных форм, все-таки необходимо понять, что у каждого танцевального направления есть какая-то своя форма, которая именно это танцевальное направление и определяет. И если, например, вы подумаете о том, в каких танцевальных направлениях есть шаг вперед, или шаг в сторону, или шаг назад, то, скорее всего, вы сможете перечислить множество из них, а может быть и все. Вот. Но, как вы сами понимаете, все эти шаги в каждом из этих стилей танцевальных направлений смотрятся немного по-разному. И если мы возьмем непосредственно брейкинг, то это будет выглядеть примерно таким образом. Да? То есть шаг в сторону, сайд-степ, фронт-степ, шаг вперед и шаг назад. Естественно, у каждого, в зависимости от стиля, в зависимости от того, какая физиология, какие пропорции тела, да, какие идеи, эти формы будут все-таки немного отличаться, но общая концепция, скажем так, общий грув, общий, может быть, bounce, catch, он будет соответствовать именно брейкингу. Если же вы посмотрите на другие танцевальные стили, например, там, хип-хоп, хаус, может быть, какие-то латиноамериканские танцы и так далее, то вы увидите, что этот же шаг они делают несколько иначе. Более того, я уверен, что если вы уловили этот грув и поняли, что такое танцевальная форма именно вашего стиля, да, то все движения, которые вы придумали, они будут смотреться круто именно в рамках этого танцевального направления. Если же нет понимания этого грува, то движение может быть даже очень оригинальные или какие-то, может быть, технически сложные, они в любом случае будут чуть-чуть выбиваться из общего концепта и все-таки будут, скажем так, не брейкингом, а чем-то очень похожим на брейкинг. Поэтому очень важно понимать форму именно своего танцевального направления. Но помимо того, что у танцевального направления есть какая-то общая форма, общая концепция, мы все персонажи, да, мы все личности, у каждого из нас разные пропорции тела, у каждого из нас возникают разные идеи, поэтому в рамках формы брейкинга мы можем придумать какие-то свои формы, которые и будут выделять нас от всех остальных. Ну и у меня для вас есть пару упражнений, которые помогут вам придумать свои аутентичные формы и попробовать раскрыть свою личность и индивидуальность через эти формы в танце. Собственно, первое упражнение заключается в том, что вам необходимо переходить из формы в форму, именно точечно, да, то есть четко из одной формы сразу в другую, без промежуточных движений. Выглядеть это может примерно таким образом, да, вы делаете форму, затем резко переходите в другую форму, затем резко переходите в другую. Можно опуститься вниз, можно подняться вверх, можно там использовать руки, ноги, голову. Да, и вы двигаетесь из формы в форму. Вот. В идеале это делать под музыку. И можно начать, например, со смены формы под каждый четвертый счет. Когда у вас начнет это получаться, поделать это под каждый второй счет, затем это подделать под каждый счет, ну а затем это можно поделать еще подробный счет, то есть и раз, и два. И когда вы это будете уже делать под каждый счет или подробный, вы увидите, что это перерастает, ну, практически в танец, да? Отличием будет лишь то, что если вы, скажем так, делаете топ-рок без концентрации на вот этой идее форм, то он, ну, часто смотрится расхлябанный, да, вот эти формы недоделаны. Как только вы начинаете задумываться про эти формы, делать свой топ именно в данной концепции, это смотрится более, ну, скажем так, более жирно и визуально воспринимается намного лучше, да, потому что вы сразу задумываетесь о том, что вы там не только ногами шагаете, а вы еще используете руки, голову, плечи, таз, вы можете смещать свои позиции тела, да, то есть можно стоять, например, ровно, можно чуть-чуть сместиться, можно менять углы и так далее. Это очень важно.
Еще раз, первое задание, которое вам нужно будет попробовать, это попереходить точечно из формы в форму. Можно под музыку, можно, в принципе, и без, да? То есть форма, 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 форма. Второе задание, оно практически идентично первому за одним лишь исключением. Вы это делаете не точечно, а старайтесь это делать максимально плавно, не задерживаясь ни на одной из форм. И выглядеть это будет примерно таким образом. Да, при этом вы именно концентрируетесь на том, что вы не просто плывете, не просто делаете, что попало, а используете, опять же, все свои части тела, чтобы каждое движение имело какую-то завершенную форму, может быть, как-то отражало ваш личный характер, может быть, как-то отражало ваш персонаж. Ну и, конечно же, в завершении третьего урока я хотел бы дать вам домашнее задание, как всегда. В этот раз оно будет немного такое шутливое, чтобы вам было не так скучно. И заключаться оно будет в том, что вам необходимо будет придумать несколько своих аутентичных форм, которые будут ярко отражать каких-либо персонажей. Да, за персонажей вы можете взять, например, каких-нибудь там животных, либо какие-то профессии, либо какие-то мультяшные персонажи, либо какие-то персонажи из фильмов, артистов. В общем, все, что вам захочется. И нужно именно в форме этого персонажа попробовать потанцевать топ-рок. Раскрыть форму этого персонажа максимально, используя все части своего тела, как мы уже говорили, руки, ноги, плечи, таз, голову. И прислать это видео мне, а я постараюсь дать какую-то ответную реакцию. На этом мы завершаем третий урок и жду вас на четвертом.